Телеканал «Тюменское время» запускает фестиваль «Викторин». Первое шоу мы покажем уже 14 февраля. Именно в этот день остается ровно полгода до юбилея Тюменской области. 14 августа нашему региону исполняется 80 лет. 10-11 февраля в торговых центрах города и на улице Дзержинского все желающие могут принять участие в викторине «Я люблю тебя, Тюменская область». Для этого нужно зарегистрироваться у промоутеров и ответить на вопрос, связанный с историей нашего края. Тот, кто ответит правильно, получит подарок и право участвовать в супервикторине телеканала «Тюменское время» 14 февраля в 17:00. Среди суперподарков путевка на двоих в Москву, беспроводные наушники, колонки и планшеты.